Марш Мендельсона, слегка волнующийся жених и невеста. На церемонии самые близкие люди. Мама новобрачная вытирает слезы. Ольга и Иван познакомились чуть больше года назад. По современным меркам тянуть с регистрацией не стали, но от свадебной мишуры решили отказаться. Для обоих этот брак второй. А зачем что-то особенное? Какое платье? Как бы это же не первый брак. Свадебное платье. Молодые были. Мы уже достаточно пожили на этом белом свете. И несколько другие ценности, взгляды. Заветное «да» прозвучало без тени сомнения. Родители, поспешившие поздравить молодоженов, были немногословны, но очень эмоциональны. А потом сами заняли место молодых, и плакать наступила очередь дочери. Такая рокировка во дворце бракосочетания случилась впервые. Но и повод серьезный. Полвека назад, 4 декабря, Любовь и Павел Колесовы связали себя узами брака. Воспитали 3 дочерей, 4 внучек, внука и 1 правнука. Сегодня, говорят, волновались так же, как в первый раз. У нас нечаянно получилось. Они подали заявление. Так это 4-е, я говорю, и у нас 4-го. Ну и вот, я говорю, вот мы вместе будем праздновать. Отмечать двойную свадьбу супруги Колесовы и Люфт будут в кругу своей большой семьи. И это отличный пример для всех остальных, считают в ЗАГСе. Многие задумаются, ну а почему не приурочить свой день бракосочетания не каким-то там особым датам, как сегодня принято, 02.02.02.20, да, а вот взять и в ту дату, когда 50, 40, 60 лет назад обвенчались наши родители или наши дедушки с бабушкой. Тех, у кого по случайности или же нет, сложится такая же ситуация в отделении ЗАГС, ждут и обязательно проведут торжественную церемонию. Алена Лепкалова, Денис Лугов, программа «Город».